приходят на какие-то мероприятия. А? Можно, да? Здравствуйте! 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 Вас тоже с праздником. Так, фотография. Дочечку убегает. Так. Так, маска, корона. С праздником всех. С праздником. А что, надо одевать это? Вообще-то надо. Батюшка требует? Батюшка говорит. Да? Да-да-да. Тогда я одену. Если проверить, дай Бог, кто-то приедет, то да-да-да-да, будет. Будет неприятность. Так, что тут мы, что тут у нас есть? Сейчас я, знаете, что? Что можно приобрести? Мальчика, посмотри, все же масло. Да, надо предупредить. Надо все. Не все надо дать, так, потому что если не дать, то приедет, то другая. И это. Так, маски снял вас. С фотографировку. Все, начинается. Духа к нему крести, духа разума, духа страха Божия, вящего Христа. Освещается естество и разделяется Иордань, и своих вод возвращает струи, владыку зря крещали мам. Яко человек на реку пришел Исе, Христе царю и рабское крещение приятие, чишися даже предтечи к нему, веку ради наших человеколюбчим. Яко человек на реку пришел Иси, Христе царю и рабское крещение приятие, чишися блаже, от притечью руку, грех ради нашим человеколюбчим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. По гласу вопиющего пустыни, уготовайте путь Господень, пришел Иси Господи, с раками им, крещение прося, беды и греха, видишь, отя воды упадавшися, трепети близ предтечья, и возопила воля, как просветит светильник света, как руку положит рав на владыку, освети меня и воду.
Вроде сюда поехали, Серега с Леной. Да не было их здесь. Позвони. Самое интересное пропустили. О, нет. Опоздали. Так, наверное, вот туда. Ждущие вас и в радости, и вся дверца сильная восплещет петлями, и вместо трачья взыдет кипарис, вместо же крапивы взыдет юрсина, и будет Господь во имя и знамение вечное и не оскудеет. Пророчество Исаии чтение. Так оглаголит Господь, почерпните воду с весельем от источника спасения, перечешет день он, испобедайтесь, Господи, и призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его, помяните Его, яко вознесся имя Его, пойте имя Господне, яко высокое сотвори, возвестите сия во всей земли, радуйтесь и веселитесь, живущие в сегодня, яко вознесся святый Израиль. Евангелие.
Иисус, Назарет Галилейский, и крестись от Иоанна в Иордане, и оби восходи от воды, видя разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходящий на, и глас бысь с небесе, ты си, сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, о Вышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся. Господи, о мире всего мира, благостоянстве Божьей Церкви и соединении всех Господу помолимся. Господи, о святим храме, себе с верой, благоговением и страхом Божьим, входящий путь Господу помолимся. Господи, о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господине Отце нашем, владычем митрополите Анубри, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лазаре, и о всей во Христе братии нашей, Господу помолимся. О весе сей всяком граде, стране веры живущих, не Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуха и изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недушающих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся. Господи, помилуй. О, Иже, осветитесь, буду всем силой действием найти в Святого Духа, Господу помолимся. Силой действием на этим Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, сокрушитесь и сатане под ногами нашими, инспурируй, заряди всякому совету и лукавому движу на вы дверь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якода Господь изымет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойно соделать обещанных благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, просветись нам просвещением разума, благочестия, на этим Святого Духа, Господу помолимся. Господи, вы же не спаслати, Господи, пока сыне Иордана, если ты буду сия, Господу помолимся. Господи, вы же быть в одице и священие, дар грехов избавления, в исцелении души и тела, и всякую пользу изрядную, Господу помолимся. Господи, вы же быть в одице и вечно скачущую жизнь, и от знаний всякого навета, видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Благодать, проповедная милость, не даем благодеяния чувства нашего рода, освободилась и девственно осветилась его утробой Рождеством Твоим. Я
нам, владыка человека, любчий, царю, единый, и наитик святаго духа, и святим водостью, и дашь ей благодать избавления, и Иорданова сотворили тленного источника, освящение, дар грехов разрешите, недугов исцелите, демонов губительно сопротивно силу непрестанно, ангельские крепости исполнены, для все почерпающие, притеряющие между святому души и тела, во исцеление страстей, восхищение домов, всякой пользы изрядной, ты боиси Бог наш, водой и духом навивший грехом естество, ты выйси, Бог наш, водой потопию длиной грех, ты выйси, Бог наш, и моем свободе в отработу фараона Моисея еврейский, ты выйси, Бог наш, вынеси камень в пустыне, потекуши воды, и потоцию наводнейшие, жаждущие люди твои на сидеси, ты выйси, Бог наш, водой в гнев, прими, и Израилева прести валовы, сам, владыка, и ныне, освети воду сию духом твоим святым, сам и ныне, владыка, освети воду духом твоим святым, сам, владыка, ныне освети воду Духом Твоим святым, даже и прикасающимся, причащающимся, мажущимся, и освящение здравия, и очищение благословения, сам Господи, помилуй великого Господина и Отца нашего, святейшего патриарха Кирилла и Господина и Отца нашего, блаженнейшего митрополита Ануфрия, и Господин нашего высокопреосвященнейшего Лазаря, и сохрани их под покрытым кровь Твоей, покори всякого врага супостата, даруй им же всякое прощение, жизнь вечную, тот и стихиями, и человеками, и ангелами, видимых и невидимых, славится Пресвятое имя Отца и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Мир всем! Главы ваши, Господи, вы преклоните. Ибо и сил освящения нашей тебе славы и благодарения высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, Твоим благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно во веки веков. Вы поете во Иордане крещающиеся. Праздника.
славить нам благодать этого духа в очищении души нашего и тела, в исцелении. Сколько сейчас у нас больных, вот по возможности, если вы сегодня набрали воду, вы раздайте эту воду тем, кто сегодня не смог прийти в храм Божий, да? Поделитесь этой водой, чтобы люди пили эту воду, окропляли свои дома, чтобы меньше болели и меньше умирали. Спасибо всего, и дай Бог им здравия и благодарим. Да, без проблем. Дай Бог вам здравия. Как не попало? Не может быть такого. Thank you.